Несоблюдение правил проезда перекрестков остается одной из главных причин ДТП в Мариэл. С начала года на территории республики зарегистрировано более 20 столкновений на перекрестках. В них погибли 2 человека, еще 32 получили травмы. Водители зачастую игнорируют не только требования дорожных знаков, но и сигналы светофоров. Например, пролетают перекрестки на желтый. Начинать движение разрешается только на зеленый сигнал светофора. Те водители, которые хотят первыми проехать перекресток, могут получить штраф в размере 800 рублей за неостановку перед стоп-линией. Многие водители думают, что желтый сигнал разрешает движение. На самом деле, в правилах дорожного движения четко прописано, что желтый сигнал является запрещающим сигналом светофора. Водитель имеет право проехать перекресток на желтый сигнал светофора только в том случае, если он не может остановиться перед перекрестком, не применив экстренное торможение. Во всех остальных случаях, если скорость движения позволяет, нужно остановиться и дождаться разрешающего сигнала светофора. Проезд на желтый сигнал светофора в том случае, если будет выявлено нарушение, также грозит наказанием водителю в виде штрафа в размере 1000 рублей. Кстати, за повторное аналогичное нарушение, совершенное в течение года, последует более серьезное наказание. Так, проезд на запрещающий сигнал светофора во второй или последующий раз грозит автомобилисту либо лишением водительского удостоверения сроком до полугода, либо штрафом. За пересечение стоп-линии штраф 800 рублей, а не предоставление преимущества в движении на перекрестке обойдется нарушителю в 1000 рублей.